Друзья, сейчас уникальное время, когда нутрициология вдруг стала модной дисциплиной. Я подключилась к этому направлению тогда, когда говорили: «Бады, яды, гады, вы что? Нет, это не может работать, или это уже прошлый век, или это еще далекое будущее». Люди никак не могли понять, что нужно использовать витамины, минералы и так далее. А официальная медицина явно противодействовала, она и сейчас противодействует, но часть докторов прям включилась в это движение нутрициологическое и обучают клиентов, как распределять БАДы, что есть, что не есть, какие БАДы с друг другом конкурируют, где можно чего-то передозировать. Ну, в общем, перетащили нутрициологию все свои мифы из медицины. Ну, как бы я смотрю на это все, ну, главное, на что я смотрю, я смотрю на огромное количество выпускников нутрициологических школ, которые имеют 2-5 дипломов, но до сих пор не зарабатывают. Потому что нутрициология — это не только о биохимии, это не только о патогенезе. Нутрициология — это еще о том, как простыми словами донести до человека истину, сделать его приверженным и получить вместе с ним результат. Если хотите быть эффективным нутрициологом и высокозарабатывающим, просто свяжитесь с моим специалистом, разработайте план для себя.